have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, успокаивающий шум волн. Наверное, будем продвигаться дальше на двигателе, потому что, мне кажется, вот эта балка нам снесла бы мачту. Не хочется зажигать двигатель, но, блин, с этим ничего не понимаешь. Почему тут? А, это крюк. Так, крюк-хрюк. Это, конечно, все здорово, но я не хочу. Что мы можем закинуть? Давайте вот эту штуку закинь. Я же могу прямо отсюда положить? Могу. А, не, я не буду больше закидывать. Мне должно хватить. Фонарик такой пздынь вылетел вниз. Ладно. С фонариком и потом. Мы же по высоте проходим. Кстати, мы эту, конечно, штуку, мне кажется, начали продавливать, но мне интересно сходить наверх посмотреть. Гляньте, тут какие-то... Даже не знаю, ну склады, явно склады, это полки складские. А где? Ты, главное, не упади, пожалуйста. Воу-воу-воу, монументальненько. Просто камера еще специально такая наверх показывает, красиво. Мне нравится. А ты кто? Я понял. Мы управляем каким-то огромным краном. Смотрите, там дальше такие же краны стоят, видите? Возможно, это был какой-то, ну, порт разгрузки. Хотя, не знаю, тут льдины, мы на далеком севере каком-то. Надо просто логически прикинуть, для чего это все могло использовать. Нет! Ну что, ну зачем? Хорошо, что тут нет ущерба от падения. А, мне показалось, что там досточка, по которой я могу перебежать, а там просто пропасть. А, тут, вот тут могли закончиться наши приключения. Вполне. Так, я так понимаю, что нам нужно будет все-таки протолкать ту штуку, подкатить наш корабль сюда, под кран, и что-то на него или опустить, или весь корабль, кстати, возможно, поднять с помощью... А, да? Я не пойму, что и куда двигается. Ну, я понимаю, что... Может, у них... Нет, в эту сторону не... А если в другую сторону? Я вижу, что нижний ярус двигается, но... Судя по тем, это какая-то стрела. Стоп, если это короткая часть стрелы, то длинная там. А если длинная там... Я специально сейчас проворачиваю, мне было интересно, оно остановится на нужном мне месте или нет? Нет, оно... Видите? Давайте тогда выровняем по этой стреле. Я могу пойти сюда. Нет, это тоже короткая.
Погодите. А что тогда? Возможно, мне это нужно для того, чтобы подойти к тому крюку. Сейчас посмотрим. Тут, ну, тут интересные загадки, но они из-за масштабности не всегда интуитивно понятны. Или просто я не догоняю. Но такое может быть, да. Это я сейчас по верхней стреле бегаю. Если я их выровнял... Мне вот что интересно. Сейчас, погодите секундочку, ребят. Если я их выровнял... Значит, по идее, если я спущусь сюда... Меня тут закрыли. Если я спущусь сюда, меня тут... Закроют, ладно. Да? Но теперь мне это теоретически нужно спустить. И установить на своем агрегате, который... А мне интересно теперь, что там с другой стороны, если я могу туда попасть. Подождите. Да, мне это нужно было чисто как подпорка, но вот в эту сторону я могу пойти или нет? А, нет, меня тут ограждают. Я так полагаю, что можно сверху спрыгнуть, но мне кажется, это ничего не даст. Оно специально продумано так, чтобы я туда не попал. Или, возможно, туда можно было как-то попасть раньше. Как бы там ни было, поехали вниз. Вот это опускаем. Да? Я вообще случайно просто опустил посмотреть, что будет. А оно вот так. Квалифицирован ли ты для этого? Видимо, квалификацию погрузчика выдают. Я понял. Значит, я, оказывается, абсолютно случайно сделал все правильно, хотя я просто экспериментировал. Ладно, теперь насчет того, что тут внизу. Мне, видимо, придется или погрузиться, или протолкнуть эту штуку, чтобы проплыть. Но мне кажется, погрузиться будет правильным решением. Я не знаю, что я забрал, оно тут просто плавало. Или я его как-то в сторону оттащил. Сейчас посмотрим. Эй, открывай. Да ну залезь ты уже хоть с какой-то стороны. Че это такое? Выглядит как рыба-игрушка какая-то. Я ее не буду сжигать. По возможности я ее оставлю себе. Вообще коллекция игрушек. Ну смотрите. Она такая тык-тык-тык-тык-тык. Не знаю, у кого-то в детстве были такие деревянные змейки, ты за хвост держишь, и она такая тык-тык-тык-тык. Вот эта рыба сейчас напоминает эту игрушку. Хорошо. Сейчас выставлю малый вперед. Хотя с такой перспективы мне кажется, что я поставил гораздо больше. Давайте вот так. Мне кажется, погрузиться сразу нужно.
Да, иначе бы мы там не прошли, нам бы высота не позволила. А теперь, если мы всплывем, кстати, ветра не наблюдаю, поэтому, наверное, давайте пока что на двигатели пойдем. Радар нам ни о чем не говорит, значит, мы взяли именно то, что нам нужно было взять. Хотя нет, вон радар что-то пиликнул, но ничего не показал, кстати. Чинить что ли надо? Почему? Вроде не надо чинить. У меня, кстати, починок немного осталось. Нужно как-то экономить это все. Блин, нет, я случайно на... Я случайно на кнопку нажимаю. Я только что как минимум одно топливо закинул зря. Так, фонарик оставь. Мне кажется, сейчас наступят какие-то льды. Блин, зачем я разгоняюсь? Там же... Ну, хотя, вроде норм пока что. Наступят какие-то ледовитые покрытия, под которыми нам придется проплывать. Где? Так, забеспокоился. Сейчас посмотрим, где оно что. Прикиньте, в эту холодную воду нырять. Пока что идем. Или не идем? Че, все, уже не идем? Прям под нами что-то, стой. Да, я вижу. Я за этим схожу. Мне, в принципе, эй, отпустись. Несложно. Это какая... О, это еще одна игрушка. Игрушки мы стараемся не сжигать. У нас, кстати, уже не так много по топливу-то, если что. Да, это игрушка. По радару больше ничего. Растапливаем. И давай, чувак, полный вперед. Будем регулировать нашу посадку. Смотрите, там... подводные лодки или другие корабли какие-то утонувшие. Что будет, если вверх сейчас? Я думаю, что скорость движения у нас, кстати, одинаковая, что сверху, что снизу. Да, но наверху у нас появился ветер. Поэтому, наверное, не будем больше кочегарить. Сейчас поднимем парус. Пусть уголь потихонечку, ну, топливо потихонечку загашивается, догорает. Так, сюда и... Так, отлично. Полным ходом.
Будем смотреть, что по радару. Двигатель остановился, но мы, в общем-то, хорошо идем пока что. У нас парус открыт на максималку. Я серьезно сейчас боюсь каких-то льдов, что нам придется резко нырять, но вроде как это пока что не предвидится. Даже там, где я испугался и погрузился, все равно все закончилось нормально. Скорость нам вроде все равно хватает. Давайте смотреть издалека. Тут вода волнуется сильно, но посмотрим. Два раза шторм мы уже пережили. Радар. Пока что ничего. Ну, опять же, он... Не знаю, какая у него периодичность. Ну, ясно, что он активизируется, по-моему, только в тех местах, где что-то есть. Но у нас было несколько раз, когда он активизировался, но ничего нам не показал. Мне вот интересно, в этих моментах это мы что-то упустили, или как... Я что-то не понимаю в действии радара. Посмотрим. Где музыка? Вот так хорошо идем по ледяным просторам, где музыка. Очень интересно, что там сейчас творится под водой, но я не могу быть столь расточительным, чтобы заводить двигатель, нырять, заводить двигатель, нырять. Это нужно будет делать только по возможности. К тому же, опять же, для того, чтобы чардж зарядить, нам тоже придется тратить определенное количество топлива. Поэтому с топливом нужно быть осторожно. Плюс то, что я вот сколько, 5 минут назад, блин, так сильно провтыкал один топ... Ну, как бы один я закинул, ладно, он пошел куда надо, но один топливный ящик я провтыкал. Очень обидно. Так, парус свернули. Что от нас хотят? Ну-ка я посмотрю, сейчас еще на секундочку на радар схожу. Так, 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 так. Радар вроде как ничего не показывает. Хотят, чтобы мы его как-то пропихнули, что ли? Дайте-ка я схожу туда, сейчас посмотрю. Оно плавучее или оно уверенно стоит? Похоже, оно просто уверенно стоит на дне. Почему мы его плыть не... Гляньте, какие там штуки. Офигеть. Тут дно вообще бесконечное. Мне кажется. Даже камерой отъехать пришлось. Ну тут реально дно... Нет, нет, нет. Меня это может убить, мне кажется. А как мне тогда... Ого. Ну, у меня пока что вариант на чардже протолкнуть его, но мне кажется, мы не сдвинем эту штуку с места, она слишком монументально стоит здесь. Но я также не вижу чего-то другого, что мы с ней можем сделать. Поехали, раскочегарим двигатель. Смотрим, блин, я... Ой. Радар нам показывает что-то где-то. Он просто показывает, да? Так, мне нужно отсоединить трубу. Труба у нас на воде, хорошо. Все, раскачиваем, разогреваем.
отпусти. Раскачиваем, раскачиваем, заряжаем. Раскачиваем. Если это не... Ну, то есть я же не могу проплыть под ним, я потому и посмотрел. Серьезно, у меня топливо закончилось, мы из-за этого остановились? Я не учел этого момента. Там чуть-чуть совсем не хватило, смотрите. Нет, это неправильно. Это неправильно. Я же говорил, что это слишком монументально для того, чтобы мы его сдвинули. Жаль. Спалили много топлива, причем зря. Так, ладно, заряжаем это сюда. Значит, опа. Давайте поехали, попробуем погрузиться. Летать-то я не умею. Посмотрим, что мне даст погружение. Вроде как это правильное решение. Сейчас посмотрим, насколько и куда мы погрузимся. Воу. Печаль, что я столько топлива спалил. Но это реально круто. Почему? Ну да, это... Гораздо более логичная идея, чем пытаться продавить эту штуку силой. Я не знаю, почему так. Почему-то дурные идеи сегодня побеждают в моей голове. Такое бывает. Кстати, не только сегодня. Ладно. А какая у нас глубина? Куда мы можем безопасно погрузиться? Ну, то есть, у нас же... Нет, по-моему, какой-то единой структурной целостности лодки. О, это какое-то депо, не депо. Ну да, меня потихонечку вытолкают, куда мне надо. Я мог бы завести двигатель, включить задний ход, но нет, мы пойдем именно таким образом. Ёлки-палки. Смотрите, что творится. А в какие, извините, резервуары мы набираем столько воды, чтобы так глубоко уйти? Во-первых. Во-вторых, я же сейчас выйду из корабля, меня же просто разорвет к черту. Ну не заставляйте меня... Ай. Давайте немножечко... Давайте включим малый вперед. Хотя нет, стоп. Вон топливо. Нет, нет, отпусти. А, вон топливо, которое мне надо взять. Я знаю, я зря закинул.
Я сейчас вернусь с этим всем. Ну тут три штуки забрать надо. Я их сейчас по-быстрому закидаю. Потом уже будет шанс. Я уже распределю, что к чему. Потому что как раз я жаловался, что топлива у меня и нету. Сказал, что по-быстрому потом распределю, и стал распределять. Давайте малый вперед. Посмотрим, что тут будет. Нет, мне, пожалуйста, картинку подальше, чтобы я, в принципе, понимал, что происходит. Мы по каким-то древним туннелям идем, офигеть. У меня вопрос, почему мы не могли это оплыть сверху. Ну, хорошо, это, допустим, это сделано для сюжета. Может, там, ну, там могли бы просто сверху сделать какую-то определенную стену, что ли. Музыка, знаете, чуть-чуть напоминает, как из Alien Isolation. Изолента, короче. Кто играл, тот поймет. А, лампочки так потихоньку загораются. Может, дадим ходу еще? А то у нас двигатель загасает уже. Ну-ка, подкинь. И куда мы? Я так полагаю, что тут всплывать придется, да? Так, мне бы вниз, значит, сходить. А давайте я тогда, может, всем кораблем вниз схожу. Чтоб пешочком-то не погружаться. Это была не очень идея. Это была вот совсем не очень идея. Стой. Вверх. Так, оп. Стоп, это сделали. Сейчас я быстро схожу. А потому что для погружения и всплытия мне не нужен двигатель, поэтому я сейчас схожу, заберу вещи. Мне всегда было интересно, вот что, если ты раздолбай и никогда ничего не собираешь, и у тебя тупо заканчивается топливо, что тебе скажет игра? Типа, ну ладно, на тебе топливо прямо перед твоим носом, или, ну что, чувак, сам виноват, все, приплыл. Поэтому, но я никогда не экспериментировал на эту тему, мне страшно. С одной стороны, с другой стороны, но я уважаю эту игру, я не хочу портить атмосферу вот такими вот, ну, грубо говоря, глупыми экспериментами. О, а что будет, если... Так, по радару у нас вроде как все. Поехали вверх, насколько я понимаю. Ап. Но меня немножечко дернуло, на самом деле не проблема. Нет, еще немножечко. И дальше нам сюда. Зажигание. Буду, наверное, на регулировке глубины стоять. Посмотрим, как это все будет. Очень сильно отличается от геймплея первой части. Не то чтобы хуже, а вот прям другое. Очень приятно, потому что там были свои моменты, которые очень радовали, которые были очень приятны. А здесь свои моменты, которые тоже очень хороши. И прям приятно. Очень благодарен разработчикам, что они смогли сделать такое. Классно, прям реально классно. Еще интересно, ну, то есть у нас держится температура двигателя. Я понимаю, что он внутреннего сгорания, все дела. Почему? А, топливо закончилось.
чуть-чуть надо еще проплыть. Там спереди что-то. То, что я хотел бы забрать. Сейчас посмотрим, где это все. Ну вы чё? На таком моменте завис. Так, а куда мне сейчас? Мне дальше, мне вверх. Там на дне еще что-то будет. Где-то очень далеко что-то, ладно. Пока что вверх. Я так полагаю, что мы вот эту часть обплываем сейчас. Да ну... Нет, нет, стой. Нормально. Малый вперед. Блин, еще выше надо. Нет, знаешь что? Стой. Я могу тут выйти, могу. Мне кажется, тут надо погрузиться. Ну-ка, подождите. А тут я не могу погрузиться. Ну-ка, дальше. О, смотрите. Красным, значит, не получится. Игра мне такая намекает немножечко. Чувак, не надо. Не твое. Вот олень, который мне нужен, чтобы я уже не мучился. Я его сразу заберу. И можно будет заниматься делами. Тут есть лестница? Серьезно? Оленя я бы, наверное, выкинул бы. А что, у меня нижний шлюз моргает? Почему? Это все капельку странно. А, это мне рыба упала сверху. Хорошо. Ладно, ребят, знаете что, давайте тогда на этом заканчивать. И в следующей серии будем разбираться, как тут, что дальше. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.